Вчера выпал снег, а сегодня немножечко досыпало. Ну, буквально, не знаю, наверное, на сантиметр больше не выпало. Ну вот даже вот такое количество снега у нас выпало примерно. Но зато все красиво, все в снегу. На улице сегодня теплее, чем вчера было. У меня пока машина греется, можно пока походить, посмотреть. Вчера ветер был холодный. Сегодня прям-таки тепло. Оставила сегодня малого дома, так как опять начал кашлять. Утренник у них только в понедельник, 27-го. Стих мы практически выучили. Пусть сегодня посидит дома. Так, вернулась я с работы. Хорошо, что я оставила малого сегодня дома, так как никто мне не мешал. Я быстренько смотала светофор, так как у нас сегодня там завезли рыбу. Я взяла горбушу, еще была кита и еще какая-то рыба. Но киту я брала в прошлый раз, хоть и говорят, что она красная, но она мне не понравилась. Но как бы засушить я ее в прошлый раз засушила, но хотела сделать там из нее бутерброды. Ну, в общем, она такая какая-то не получилась. В этот раз я взяла горбушу, ну и так немножечко взяла молока и сыра, чтоб вроде как не зря ездила ни за одной рыбой. Сейчас я все покажу. Так, горбуша вот такая вот. Две таких больших рыбинки. Такая вот хорошая рыбка. И одна такая получилась поменьше. Сейчас как раз она уже разморозилась. Ее можно будет хорошо порезать. Ну, еще взяла, наверное, сколько? 2 килограмма крылышек. Это хочу на шашлык сделать. Так как я мясо не хочу есть, оно жирная свинина. А крылышки для меня в самый раз. И взяла упаковку молока, так как мы на выходных всегда берем молоко фермерское. Ну, а в этот раз некому было сходить, и мы остались без молока. Хотя молоко пьют все. Ну, еще взяла вот такой большой кусок сыра. Сколько у нас? 314 рублей килограмм. Здесь на 253 рубля. А еще я с работы притянула вот такой вот цветочек. Он бедненький, погибает. Я его, ну, в общем, короче говоря, я его стырила. Сейчас я его хочу пересадить. Земля тут вообще сухая. Я уже нашла, там у меня вон есть остатки земли. Сейчас найду ему горшочек. Ну, если не найду, наверное, и в этом будет горшки. Ну, хочу его реанимировать, так как когда я пришла на работу, у него было больше листочков, а сейчас он весь сухой, мне его жалко. Он хороший, он цветет такими красивыми граммофончиками, по-моему. Ну, не знаю, может, этот и другого цвета. Я такой дарила куме, у нее он цвел красными цветочками. Вот, решила, чтобы он не пропал, так как мы все уходим на выходные на 10 дней, и он там просто-напросто пропадет. Вот такое вот количество получилось у меня. Вот это пойдет на уху. Вот это вот тоже 3 головы, косточки. Вот эти вот стейки хочу запечь в духовке, попробовать, что это. А вот эту рыбку хочу засолить. Вот такая вот она. Ну, не такая уж красная, как там рассказывали. Но, тем не менее, вот это хочу засолить. Вот это запечь, а это сварить. А это кошкам тоже праздник. Новый год — семейный праздник, так что кошкам рыбка тоже достанется. Thank you.
жизнь. Всем привет, всем здрасте. Мы приехали на Красную площадь, торговый центр Красная площадь, Краснодар. Будь здоров. Пустили только нас с Мишей, так как у меня QR-код, а у всех нет. Но и с ребенком пропустили, и мы пошли на аттракционы. У нас еще осталось 3 билета. И Миша уже набегался, напрыгался. Так что мне осталось ждать совсем чуть-чуть. И хотим, ну так как не всю семью пустили на Красную площадь, мы еще хотели сходить на каток. Но так как не всех пустили, нам одним уже очень скучно. Мы уже здесь, наверное, ну где-то около полутора часов. Мальчишки мои сидят в машине, мерзнут. Сейчас Миша наиграется, у нас еще 3 билета осталось. Сейчас 3 билета используем и идем домой. Не домой, в машину идем, и хотим поехать в парк Галицкого. Все, поехали. Да все, все, стреляй. Сейчас на этом покатается, на лошади катались, на танке катались, на машинке катались, а еще на столе в этот хоккей играли. Раз, два, три, да, еще два осталось.